Всем привет! Сейчас я вам покажу, как можно обрезать или вырезать что-то ненужное из видео прямо в YouTube. Предположим, вы сделали запись или какое-то видео залили в YouTube, в нем какая-то ошибочка, мы всегда можем исправить. А для этого нам нужно зайти в менеджер видео, здесь уже выделено «Я зашла», то есть где все ваши видео находятся. А предположим, мы сейчас возьмем вот это видео и нажмем «Изменить». Теперь мы нажимаем «Улучшить видео». И вот есть обрезка. Нажимаем. Итак, здесь у нас наше видео. Вот это вот бегущая строчечка. И здесь мы можем вырезать. Как мы вырезаем? Предположим, нам нужно вырезать начало видео. Значит, мы берем вот эту синюю полосочку, отодвигаем сюда. И заштрихованное сереньким будет вырезано. Вот если мы нажмем «Готово», то вот эта часть пропадет. Видите, видео было 9.54, стало 8.55, теперь начинается уже не с самого начала. Если вдруг вы что-то вырезали, там, лишнее, это вырезать не нужно было, всегда можно нажать «Восстановить исходное видео». Тем более, пока вы не нажали кнопку «Сохранить», то ничего с вашим исходным видео не случилось. Давайте его восстановим. Далее, если вы хотите вырезать какой-то кусочек в середине видео, тогда мы подвигаем бегуночек. Бегуночек мы подвигаем именно за вот этот кружочек, мышкой протягиваем. Вот нам нужно вырезать вот эту часть. Вот она нам не нравится, да? Вот примерно. Мы здесь примерно смотрим, что будет показано. Конечно, в точности, с какой секунды по какую, нам нужно на видео просмотреть. Вот, например, отсюда нам уже не нравится. Нажимаем «Разделить». Дальше нажимаем, сколько мы хотим видео проиграть. Ну, например, там минутка, нам следующая не нравится, мы нажимаем «Разделить еще раз». Смотрите, вот этот фрагментик теперь выделен с двух сторон вот этими синими полосочками. И появился крестик. Если мы на него нажмем, вот этот фрагмент у нас стал сереньким, то есть он удалился. Потом нам нужно будет нажать «Готово» и «Сохранить», да, если что-то лишнее на вашем видео есть. Опять же, если вы вырезали что-то не то или там на одну секундочку больше или меньше, вы можете нажать «Очистить», и ваш фрагментик вернулся на место. Значит, двигаем мы вот этими палочками, да, вот так мы, например, обрежем конец видео, так как он стал сереньким. А если нам нужно продвинуться по видео, двигаем именно вот этот кружочек и просматриваем, что здесь нам нравится или не нравится. Когда все вы закончили, нажимаем «Готово» и «Сохранить». Видео у вас будет уже обрезанным. Можем сейчас обрезать, например, начало. Давайте запомним, видео у нас длится 9.54. Мы его сократим и обрежем. Нажмем «Готово». Видео 7.22. Сохраняем. Сохраняем. Эта обработка может занять достаточное количество времени, то есть не пугайтесь. И пока видео обрабатывается, то пользователям оно будет доступно, но оно будет доступно в прежнем своем виде. Вот сейчас покажу вам, как это выглядит в менеджере видео. Итак, где наше видео? Не здесь. Вот, идет обработка, но если мы на него нажмем, то видео нам запустится пока что в изначальном варианте. Вот, 9.54, и когда закончится обработка, если у вас быстрый интернет, это может занять до часа примерно, если медленный, может быть, чуть-чуть дольше. Вы можете в это время делать, что вам надо, заливать другие видео, да, то есть этот процесс идет параллельно. Ну вот, YouTube здесь открывает предупреждение, да, что есть какие-то изменения, что лучше посмотреть его позже. Все, удачи, всем пока!